Добрый день, дорогие мои зрители. Вот я хочу сделать обзор отеля, в котором я живу. Обзор территории, который называется Иоахуань. Вот как-то так. Сам корпус 1, 2, 3, 4, 5 этажей. Еще несколько вилл. Я живу в вилле. А мы сейчас с вами зайдем в холл. Посмотрите, как симпатично. Давайте лобби посмотрим. Вот по таким ступенечкам, когда приедете, будете подниматься. Здесь охрана у нас сидит. Так, вот так вот. Здесь ресепшн. Так, это у нас фонтанчик. Фонтанчик. С бассейном. Смотрите, как симпатично. Здесь всегда прохладно. Здесь всегда прохладно. Классненько. Там вот ресепшн. Здесь лобби бара, то есть можно сидеть, ждать своих агентов, турагентов. Здесь, наверное, бар. Я вижу только спиртные напитки. Так, вот такие кресла ротанговые, да? Ротанговые. Чай можно. Чай. И вот такой чудесный балкон. Посмотрите, стульчики высокие. Вот так выходишь, садишься на этот стульчик. Посмотрите, как. И сидишь, и смотришь, любуешься пейзажем. Вот так вот. Море. Море рядом. Но, к сожалению, правду буду говорить. Вот виллы. Раз, два, две, три виллы я вижу. Четыре даже. Четыре виллы и пятиэтажный корпус. Вот тот корпус, это другой уже отель через дорогу. Вот как-то я поняла, что напрямую к морю не пройдешь. Нужно обходить вот по дороге сбоку, где вот парк. Где парк. Посмотрите, это вся бухта Дадунхай. Вот в правом окончании этой бухты здесь вот такая красота. Смотрите. Вот так вот. Здесь вот. Такой. Специально такие балкончики. И можно сидеть. Просто смотреть. Идем дальше. Когда мы выходим, тут же вид очень красивый. Посмотрите, как оформлена, помимо бассейна, въездная часть. Въездная часть. Красиво, да? Флаги. Соседнее здание. Наверное, отель строится. Мы с вами повернем налево. И я покажу ту часть, где находится. Так, а вот это, кажется, манговое дерево, да? Посмотрите, пальмы, пальмы, пальмы. Мы находимся в тропиках, в Китае, напоминаю. Город Санья. Здесь мы с вами, здесь я отдыхаю. Посмотрите, здесь приятно идти просто по улице. Акклиматизация у меня 3 дня была. Ну, обычно я привыкаю к климату. Теперь я могу спокойно выходить, спокойно гулять. И мне не жарко, вот, не потно, по крайней мере. Посмотрите, тут магазинчик есть. Можно купить кокосы. Я так думаю, воду можно купить. Здравствуйте. Магазинчик. Цветочки. Все китайское. И вот вся территория
Вот так вот украшено. Листики все настоящая растительность, не искусственная. И вот такие виллы. Вот это вилла номер 2. Так, вилла номер 1. Вилла номер 1 у входа была. Вилла номер 2. И мы спускаемся по лестницам. Здесь площадка и лестницы. Вот такая территория. Вот виллу проходим. Здесь хозяйственные. Вот, может быть, минус для пожилых людей. Подниматься нужно будет по лестницам и спускаться. Вот такие лестницы. Вот, посмотрите. Фонарики. Все это горит вечером. Включается. Все красиво. Так, вот это вот моя вилла. Я здесь живу. Здесь... Как бы я так поняла, я одна живу, что ли, или две комнаты. Но я не поняла, где они, где их балкон. Вот мой балкон. И все, там дверь вот выглядывает. А это 6302, это не пойму я, что тут. Ну, в общем, идем дальше. Спускаемся дальше, чтобы... Выйти за территорию, увидели вход. Есть черный ход, да, через парк. Вот посмотрите, все это вот как оформлено. Тропическая растительность. По-китайски все написано. Идите направо, идите налево. Так. Вот спускаемся по лестнице. Территория как бы небольшая. Вот. Но в основном оформлена вот такими лестницами. И сад есть. Сад, вот пальмовый сад. Но по саду как таковому не ходят. Там, потому что вот такие травка растет, цветочки. Все это такое. Посмотрите. Пальмы, пальмы. Это тоже вилла 5, покруче, видите, с креслами. Так, все, спускаемся. Спускаемся. Еще вилла 6 есть. Вилла 6. Тоже, видите, трехэтажные виллы все. Я живу на первом этаже виллы номер 3. Вот, посмотрите, красота. Это столик и стульчики. Вот это пальмы какие-то вековые, наверное. Вековые. Вот мы сейчас пройдем в бассейн. В бассейн пройдем. Бассейн хороший, чистят его, очищают там. Я вот вчера весь день провела в бассейне, хотя море открыли. На море был шторм, тайфун. И когда тайфун, не разрешают купаться. Вообще заходить в море. Не разрешают. Вот посмотрите, какой сад. И обратите внимание, вот внизу ворота. И вот когда спустимся по лестнице, подойдем к воротам, скажем код, код, ворота откроются. Все. И вот тоже дорога, и по дороге на пляж. Но прямой нет, нужно немножко в сторону все равно. Вот такая территория отеля. Пляжик. Да, минус какой? Минус какой может быть? То, что мало лежаков. Вот. 4 лежака. Всего 1, 2, 3, 4. И вот беседка. Так. Есть грибочки. Грибочки. Так. Грибочки. И вот такой бассейн. Посмотрите, как все смотрится красиво. Так. Насладитесь. Вода голубая и очень-очень теплая вода. Так, я сейчас хочу вам показать. Туалетная комната. Есть тропический душ. Можно сполоснуться. Я хочу вид вам показать. Вот мне нравится. Вот, посмотрите, какая прелесть.
Здесь тоже ступеньки, ходы еще. Вот этот главный корпус, по-моему. Вот, посмотрите, красота какая. Посмотрите, вот так плаваешь и наслаждаешься вот таким видом. Так, надеюсь, я тут удачно пойду. Я теперь показываю вам дорогу. То есть бассейн. И по этой дороге можно подойти к отелю. Напротив другое здание. Ну, возможно, тоже санаторий какой-то, дом отдыха, отель. Вот такой парк. А давайте спустимся для полной картины. Спустимся вниз к воротам. Так, по этим штукам осторожно надо идти. Вот здесь сидит. Так, сейчас минуточку. Люди сидят так. Вот мы спустимся сейчас. Посмотрите, красота какая. В общем, везде всюду вот эти дорожки, лестницы. Ну, я так поняла, что надо осторожно очень. Так, а здесь что? Тоже что-то. Может, кабинка для переодевания? Не знаю. Посмотрите, вот еще. В общем, как бы отель на горе. Получается. Птичка поет. Птички. Пальмы. Красота. Бабочки. Бабочки. Постоим. Тропический лес тоже. И вот много таких растений, которые вы видели в горшках цветочных, возможно. Они здесь просто растут. Посмотрите, вот эти, я знаю, вот эти тоже. Вот эти, я названия не знаю, потому что я не любитель, вот прям такой. Посмотрите. 5 этажей отеля, вот такой небольшой на склоне горы парк, бассейн и выход. Выход к морю. Вот так, дорогие мои зрители, такой обзор отеля. Небольшой, но милый, симпатичный обзор. Отель симпатичный. Мне понравился. Единственное, может быть, пожилым людям тяжело будет по этим ступенькам подниматься. Но, с другой стороны, это кардионагрузка хорошая для всех. Тренировка мышц ног, тренировка. Так что, ну, на ваше усмотрение. Здесь имеется еще столовая. В столовой только завтракаем. Услуга такая, завтрак. А обед, ужин. Главное, предупреждаю всех, что я не сделала в этом году. Заранее покупайте юани, и тогда вы можете зайти в любой китайский супермаркет или магазинчик и купить все, что хотите. Или покушать где-то в кафе, или продукты купить дешевые китайские, без переплаты. Все, до новых встреч. Пока-пока.